Всем привет! Продолжаем серию роликов о частотах и спутниках. Сегодня поговорим о двух спутниках. Это спутник Etelsat 9B 9 градус и спутник Etelsat 16A 9 градус. Покажу, какие есть частоты, что можно смотреть на этих спутниках бесплатно. Ну и покажу, какие самые интересные каналы на этих спутниках. И в этом видео я соединил два спутника, потому что частот так не очень уже и много. Поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть. Ну а вы, пожалуйста, пока подпишитесь на мой канал и поставьте пальчик вверх. Ну и начинаем. И начнем мы со спутника Etelsat 9B 9 градус. На этом спутнике есть такие частоты: 11958 V, скорость потока 27500, идет канал в формате DVS-2, M4 Sport в формате HD. Также на этой частоте идет китайский канал CGTN на русском языке. Дальше следующая частота 12034 V, скорость потока 27500, идет канал о путешествиях RTG International, идет в открытом доступе. И на этой частоте идет канал мультфильмов Карусель International, идет он в формате DVS-2. На частоте 12111V, скорость потока 27500, идет канал Украина 24 HD. И на частоте 12303V, скорость потока 30000, идут каналы 5 канал, ЮА Культура, канал Рада и Украина 24. Дальше переходим к спутнику Etelsat 16A 16 градус. На этой спутнике частота 10972 V, скорость потока 27500, идет канал Copernicus 2 Music. Это сербский канал, идет в формате он DVB-S2. Также на этой частоте идет канал Copernicus Suite Plus 3, тоже сербский канал. На частоте 11151 V, скорость потока 14375, идет музыкальный канал Pink Folk. На частоте 11157H, скорость потока 45000, идет спортивный канал Transport News. На частоте 11262H, скорость потока 30000, идет канал BN Music в формате HD. На частоте 11471V, скорость потока 30000, идет канал Arena в формате HD Music. Далее, на частоте 11595V, скорость потока 30000, идет канал NES TV. На частоте 11637H, скорость потока 30000, идет канал Mindzine TV в формате HD. На частоте 12639H, скорость потока 10833, идет канал RTSH Music. И на канале 12643, скорость потока 27500, идет канал Ethno TV Music. Всем спасибо за просмотр и до новых роликов. Будут тоже много интересных спутников, так что подпишитесь и ждите.